решил съездить сегодня в Ежиково посмотреть. Давно не был. Погода благоприятствует, солнышко выглянуло. Вообще красота, конечно. Впереди Липовские отвалы виднеются, но нам направо. В сторону Липовки. Через Липовку дальше будет Фирсово. Фирсово, мостовая. Село Липовское. Метров в 250 за церковью. Магазин, и за ним нужно сворачивать налево. На Липовскую водолечебницу. А вот здесь вот кто соберется ехать. Известно, что в Липовском где-то в огороде копали аметисты. Это я уже не единожды слышал. Впрочем, как и в Шайтанке. Нас даже с Гемом показывали этот огород. Все изрыто. Больше на копии походили, чем на огород. Липовская водолечебница. Радоновые ванны. Достопримечательность. Прямо на деревню Фирсово. О, с бугра Фирсово видно. Вот если прямо, то это мостовая. Вон дома там через 100 метров. Нам направо, на Кайгородское, до которого около 5 километров. Кайгородская, река Шиловка. После Кайгородки попадаем в деревню Корнилово, ранее известную Корниловым логом, где находили всякие интересные камни, в том числе сапфиры. Красивые золотистые цитрины. Вот он, Корнилов лог. Поедем дальше. Ну вот где-то примерно через 45 километров от Рижа, через 47. Тут вот уже Южиково, там дальше на спуске начинается. Слева это копи в лесочке. Богатое болото, а справа, вот в этом леске, сейчас подъедем, это копь Золотуха, серия М, ну вот, а это уже Южиково,
хочет покопаться, можно в него и не заезжать. Ну что можно сказать? Поля не паханы, только косят еще. Вот, хотелось пособирать халцедончиков, а нет. Затея провалилась. Но займемся другим делом. Хорошо в лесу. Ой, как хорошо. Ну, здесь заболоченное место. Надо повыше смотреть. Вообще, если хотите что-то найти, как правило, это что-то бывает на возвышенности. На горках. Вау, вау. Ладно. Прокатимся в другое место. Что-то здесь не нравится. Ну, вот старые копи какие-то. Старые-престарые. Ой. Так, ладно, надо очки одевать. Вот это интересно. Ты думал, гранат, листва какая-то мелкая. Все же это пигматит. Еще и слюдка есть. Да, что-то интересное здесь копали. Ну вот в одной из ям кто-то копался. Видно жилку? Видите, вот она идет. Так, что у меня? Эх. Сейчас указку возьму. Вот видите, вот она. Вот. О, кварчик. Там даже кристаллы сидят, по-моему. Ну, кто-то не стал копать, потому что вода, видимо, догнала. Видите, вода низко. А сейчас вода ушла. Но мы ее трогать не будем. Это чужое.
пусть работает тот, кто ее забил. Пойдем искать другое место. Ну, это что за старожил? Что я тебе тут помешал, да? Ой, какой красотуля! Да красотуля ты моя! Да хороший! Да хороший ты какой! Да побеспокоили красоту такую. Да, с тобой связываться это себе дороже будет. Ну давай, уходи спокойно. А что у нас там, нора, что ли? Да не трону я, не трону. Видишь, ты как все слышишь. Ухожу, ухожу. Да ухожу, не бойся. Ну вот, и ты пошел куда-то, да? Ничего ты не боишься. Да какие мы любопытные. Да любопытные мы, конечно. Бежать надо, а ты стоишь. Но не в мою же сторону. Положим.